Здарова, народ, с вами Фантом, и в этом ролике я расскажу вам про хранителей. Это особый жанр крипи-тредов, популярный в англоязычном мире, но, к сожалению, достаточно плохо известный в наших землях. Возможно, этому причина весьма хреновый перевод историй, не позволяющий прочувствовать атмосферу вселенной хранителей. Предлагаю попробовать докопаться до сути этого феномена. Для затравки скажу, хранителей в какой-то мере можно считать отцом SCP, или дедом, или долбанутым старшим братом. Погнали! Коротко о вселенной. Каждая из историй вертится вокруг так называемых объектов, артефактов, наделяющих своего владельца феноменальными способностями. История повествует, что изначально было 2538 объектов, разбросанных по всем уголкам земного шара. Однако 2000 из них были утрачены. Именно за оставшимися объектами и ведется ожесточенная охота. Люди ищут объекты по самым разным причинам. Одни хотят завладеть ими для своих корыстных целей, другие, наоборот, пытаются уничтожить объекты, поскольку понимают таящуюся в них опасность. А кто-то хочет собрать объекты воедино, чтобы исполнить древнее пророчество. Согласно ему, если собрать вместе оставшиеся 538 объектов, мир прекратит свое существование. Будет ли это концом света или мир просто изменится до неузнаваемости, остается предметом дискуссий. Тех, кто занимается поиском артефактов, называют, как ни странно, искателями. Эти люди одержимы своей целью — заполучить один из объектов. Ради него они готовы на все. Однако, как бы ни были сложные поиски объекта, настоящие трудности начинаются, когда искатель все же заполучает желаемое. Есть ряд неписанных, но работающих законов. Например, искатель не может добровольно отдать свой объект другому человеку, не может его выбросить или продать. Артефакт всегда вернется к своему хозяину и сделает все возможное, чтобы превратить его жизнь в ад. Объект можно только украсть или отобрать силой. Кроме того, связь разрывается после естественной смерти хозяина. Если же искатель не смог совладать с объектом, артефакт лишает его рассудка и превращает в хранителя. Теперь хозяин обречен вечно охранять свой объект. Именно хранители и являются ключевыми персонажами историй. Для того, чтобы заполучить объект, искателю потребуется выполнить ряд заданий, отгадать загадку, дать правильный ответ на вопрос. Сила каждого объекта велика и заманчива, но и риск тоже охренеть как велик. В случае малейшей ошибки, мимолетного чувства страха или отступления от инструкций, искателя ждет ужасная участь. Самое легкое из возможных наказаний — это навечно занять место хранителя. Внимание, внимание! Всем срочно приготовиться! Массовое заражение охватило онлайн-экшен Crossout. Взрывающий башку сюжетный режим получил новые миссии. Вам с корешами придется попытаться одолеть боссов в Колизее. Пройдите кампанию, раскройте тайны пустошей и получите уникальные награды. Задействуя новые технологии и старый хлам, соберите себе тачку. Есть возможность сделать огромный танк с пушками или быстрый ловкий болид с дробовиками. Пришло время захватить железных коней всадников апокалипсиса. Война, голод и смерть уже в игре. Каждая со своей уникальной особенностью. Бейтесь в сражениях с другими игроками или клановых битвах. Зарабатывайте награды и выбивайте ресурсы. Тратьте награбленное на прокачку или покупку новых машин. А ненужное продавайте. Качайте Crossout бесплатно по ссылке в описании. И получайте крутейшие бонусы. Желаю вам выжить на этих мертвых пустошах. Объекты. Теперь главный вопрос. Что же представляют собой эти таинственные объекты? Да что угодно. Это может быть абсолютно любой ничем не примечательный предмет, мимо которого обычный человек просто пройдет на улице, а то и пнет ногой. Это может быть живое существо, внешний вид которого также не выдает таящейся внутри мощи. Вот несколько примеров наиболее интересных своими свойствами объектов. Цепь. Самая обычная ржавая железная цепь, длиной около метра, и с 23 звеньями. Но обычная она до тех пор, пока владеющий ею искатель не скрепит два предмета противоположными концами. С этого момента никто и ничто не сможет разорвать соединение. Ни сварка, ни самые изощренные инструменты для работы по металлу. Однако сам искатель сделает это легким движением руки. Монета. Несмотря на то, что на самой монете хрен пойми какие символы, давно исчезнувшей цивилизации, своему хозяину она дает знания всех живых и мертвых языков. Для этого стоит лишь положить монету под язык. Теперь искатель может понимать не только людей, но и животных. Также монета помогает расшифровывать любой текст, даже созданный с помощью самой изощренной криптографии. Нож.
Обыкновенный кухонный нож, который есть в каждом доме. Вот только он не имеет никаких опознавательных знаков, но при этом способен резать даже титан, входя в него словно в сливочное масло. Ни одной метки или зазубрины на этом ноже не обнаружил даже самый мощный микроскоп. Поверхность лезвия идеально гладкая. Блокнот. Если искатель, владеющий объектом, что-то запишет на страницах блокнота, это навсегда останется в его памяти. Блокнот позволяет хранить гигантские объемы информации. Меняя владельца, объект передает новому хозяину все знания, которыми владел предыдущий. И если искатель может безопасно пользоваться артефактом, то постороннего человека тотчас ждет мучительная смерть. Попытайся он даже краем глаза взглянуть на страницу. Чаша. Объект мало чем отличается от обычного стеклянного стакана. Единственная его внешняя особенность – маленькая трещинка. Вероятно, это следы безуспешной попытки уничтожить артефакт. Что бы ни было налито в стакан, будь то вода, вино или кровь, жидкость из него никогда не закончится. Предположительно, в данный момент чаша находится в Ирландии. Как искать объекты? Каждая история – это своего рода подробная инструкция, как найти и завладеть тем или иным объектом. Практически всегда первый шаг – найти в своем городе психиатрическую лечебницу или реабилитационный центр. Далее стоит задать определенный вопрос работнику за стойкой регистрации и правильно отреагировать на него. После этого начинается полная диких опасностей охота за желаемым объектом, где любое отклонение от инструкции приведет к гибели. Например, чтобы заполучить объект 71, которым владеет хранитель неба, необходимо прийти в больницу и попросить встречи с ним. Работник вас проигнорирует, а спустя некоторое время вы потеряете сознание и очнетесь высоко в небе, под потоками холодного дождя. Там, среди грозовых туч, появится множество темных фигур. Все они будут двигаться вокруг, не замечая вас. Необходимо снять с себя какую-то часть одежды и обмотать руку, на случай, если понадобится отодвинуть одну из фигур в сторону. При соприкосновении с кожей они обнаружат чужака, и это будет хуже смерти. Среди безликих фигур появится человек в красной одежде, хранитель неба. Он будет единственным, кто заметит ваше присутствие. Как только он поднимет руку, следует задать первый вопрос. Сколько исчезнут, когда их соберут вместе? Темные фигуры мгновенно обернутся, и это будет сигналом ко второму вопросу. Сколько смогут дать отпор? Несмотря на раздавшийся рокот смеха, настойчиво повторите вопрос. Тогда темные фигуры исчезнут одна за одной. Когда вы останетесь наедине с хранителем неба, задайте последний вопрос. Где я буду в безопасности? Он сделает глубокий поклон и тоже исчезнет. Единственное, что останется, это красная мантия. Возьмите ее себе. В тот час, когда все объекты соберутся воедино, мантия, она же объект 71, вновь перенесет вас на вершину неба, под потоки холодного дождя. И это будет единственное безопасное место во всем мире. Ну что ж, дамы и господа, думаю, теперь вы имеете представление, что такое хранители. Приди в дурку, спроси в регистратуре какую-нибудь дичь, окажись в палате и смело отъезжай своей кукухой. С остальными такими же искателями и хранителями. Это, конечно, весело, но если в байке углубиться, если почитать все эти инструкции, обосраться от страха можно ох как хорошо. Так что если захотите вскрыть эту тему, делайте это ночью, только аккуратно. Большое спасибо за просмотр. А с вами был Фантом, подписывайтесь на канал, смотрите другие мои видосы и пишите в комментариях, что бы лично вы спросили в регистратуре в дурдоме. Здрасте, а в какой палате Фантом? Всем удачи и пока!